Ну а футбольная команда «Белшина» с Бобруйску выбыла с высшей лиги. В заключенном туре чемпионата Беларуси «Шинники» примали микошевицкий «Гранит» и повинны были выигрывать, каб мець шансы застаться у элитном дивизионе. Однако встреча завершилась с ликом 1-1. Узгадаем, еще на початку сёлетнего сезона бобруйчане разлишивали сгулять у Лизе Европы. Однако у нового керавництва не отрымалось выполнить задачу. В наступном годе представлять нашу область у высшей лизе будет Могилевский «Днепр», який знову вертается у элиту белорусского футболу.